Всем привет! Что-то у меня камера тут съезжает немножко. Я сейчас быстренько еду в Ратхаус. Ну, вообще не держится. Мне нужно забрать паспорт. Мне уже 2 дня назад пришло сообщение, что паспорт готов от Даниэля. И вот сейчас быстренько съезжу в Ратхаус, пока он не закрылся. И хочу тоже проехать, вот не знаю, в ДМ или в Россман. Никак решиться не могу. Подкупить кое-что уже к отпуску. Там зоненкрем, да, от солнца. Вот. И вот сейчас думаю, куда проехать, в ДМ или в Россман все-таки. Я люблю ходить в ДМ, у нас рядом Россмана никогда не было, сейчас маленько сеть расширилась, да, теперь почти что везде Россман можно найти. И, в принципе, там тоже хорошие продукты, но как-то я вот привыкла, наверное, к ДМу, да. И люблю туда ездить. Вы мне можете, кстати, в комментариях написать, куда вы предпочитаете ездить, в ДМ или в Россман, кто в Германии, конечно, живет, да? Вот, думаю, все. Не знаю, куда бы проехать. В ДМ как бы уже знаю, где что есть, да, что мне нужно. Сейчас посмотрим, надумаю что-нибудь. Вот. Сейчас езжу быстренько за паспортом. Кстати, я прошляпила, да, мне пришлось паспорт заказывать экспресс. И длилось оно, даже недели не прошло. Ну и... выехала. Я прошляпила, да, заказать паспорт. Я привыкла, раньше у нас были здесь Kinderreisepass, да, детские паспорта, и они прямо при вас печатались. У них были такие эти, ну, типа, паспорта, да, и они просто вот эту страницу прямо пред вами печатали и вклеивали в паспорт. Очень удобно было, во-первых, потому что дети первые года часто меняются, да, внешние тоже, что удобно было. Я всегда просто приезжала, показывала, отдавала, то есть, новую фотографию, и они мне ее сразу тут же на месте вклеивали. Вот. Сейчас этого нету, сейчас нужно всем детям делать обычный Reisepass, как и у взрослых. Во-первых, он дороже. Вот. И выдается он также на 6 лет, как и всем остальным, ну, там, до определенного возраста он выдается на 6 лет, а потом на 10. Вот. И, конечно, это плохо, да, они сделали, что дети быстро меняются, а вам надо все время потом, как бы, новый паспорт делать, а он длится от 8 до 12 недель может длиться это. Это, я считаю, они как-то сделали не очень удобно. Ну вот. И я, короче, прошляпила, пришлось мне в 2 раза больше заплатить, конечно, да, за паспорт. И, но зато он теперь быстро готов. Знакомая заказывала уже давненько тоже паспорт для своего ребенка, и уже 9 недель прошло, и он все еще не готовый. А у меня даже неделю не длилось. Все, пойду быстренько заберу. Так, вот он паспорт, готовый. Взяла еще тоже себе мешки. У нас здесь выдают для пластика собирать. И теперь она мне сказала, что мне теперь нужно принести старый паспорт. Я забыла. Когда я оставила, оформляла паспорт новый, я его с собой взяла, старый паспорт. А сейчас думаю, ну ладно, сейчас не надо. А оказывается, надо было его сдать. Или хотя бы, чтобы они поставили заметку, что он недействительный. Хотя там стоит, что он abgelaufen, да, что уже срок прошел. Вот.
А еще что я узнала, когда оформляла этот паспорт, там, ну, как бы данные родителей, да, данные ребенка, и вам нужно расписаться, что вы паспорт антрак ставите. И у меня там стоит, что у меня двойное гражданство. Я даже не знала, у меня там стоит Staatsangehörigkeit Deutsch Russisch. У мужа стоит просто Deutsch, а у меня почему-то стоит Deutsch Russisch. Не знаю, почему у меня двойное гражданство, я... А у мужа нет. Интересно. Ну ладно, теперь буду думать, куда заехать, и тогда придется мне все-таки еще, наверное, завтра, если я поеду закупаться, завести еще старый паспорт. Ну ладно, что хоть выдали новый. Приехала с магазина, и смотрите, какое свинство здесь, а? Я забыла закрыть дверь на террасу, чтобы собака не выбегала. И пока меня не было, он выбежал и туда-сюда мне теперь здесь натоптал. На улице ведь все мокро. Теперь мне еще пол придется мыть. Ну ладно, давайте покажу, что я купила. Вот моя закупка из ДМ. Я все-таки в ДМ поехала. Я там уже все знаю. Но, может быть, как-нибудь и в ближайшее время и в Россман проеду. Я так подкупила, но я не знаю. Мне наверняка еще в течение вот этого времени, пока еще до отпуска, что-нибудь да придет в голову, что я забыла, что мне нужно. Так вот, это я мужу купила мастерскую, его шню надо ну, для машин, ну, окна чистить, glass reinige. Потом нам опять домой витамины немножко заполнить разные. Это то, что мы часто всего пользуемся. Беру тоже от самой марки, от ДМ. Не вижу смысла брать дорогие. Это я себе взяла. Это я тоже сразу сейчас уберу. И это у меня в отпуск с собой пойдет, чтобы я как бы не забыла, да, с собой взять. Взяла тоже на дорогу две пачки вот таких салфеточек влажных. Одну в сумку кину, одну в машину. Потом я взяла это, я думала, для мужа, не знаю, будет он их одевать или нет, подойдут они ему. Это раз так мы долго ехать будем, да, сидеть в машине, хотела ему, чтобы он вот такие, как бы, эти носки одел, да, специальные. Тоже, тут тоже стоит, да, что как бы, ну, как раз для вот таких поездков. Вот, не знаю, размер тот, не тот, попробуем, посмотрим. Я-то все-таки могу свои ноги как-нибудь расположить, а он раз будет за рулем, думала, может быть, хорошо будет, не знаю. Потом взяла разные кремы, один раз 30, один раз 50+, это для моих мальчишек. А для себя я взяла вот этот Хавайана. Как бы он загар хороший придает. У меня масло было от них. Но это с этим маслом я в прошлый год здесь у нас тут загорала, да? Он потому что был без SPF. А этот теперь в отпуск я взяла, конечно, с FPS. SPF, вот так, и 50, чтобы не сгореть. А то потом никакого отпуска не будет. Это я тоже себе взяла, нашла сейчас новые, возьму себе тоже в отпуск, в дорогу, потому что классно, что она двойная, да, здесь шпюлю, а здесь я шампунь. Удобно брать вот так с собой, я думаю. Не видела раньше, взяла себе. Потом взяла вот это после загара, да, тоже своим всем с алоэ верой. Вот, думаю, вдруг все-таки коже нужен уход, да, после солнца, так что будем мазаться. Ну, как всегда, тоже в дорогу взяла вот такой дезинфекцион, руки, да, очищать. Взяла тоже всем зубные щетки новые. Я вам уже как-то сказала, что если мы куда-то уезжаем, я обязательно нам покупаю зубные щетки новые. Старые берем с собой,
могу их там сразу выкинуть, а новые оставляю дома. И у меня так щетки периодически меняются. Ну и, конечно, и так нужно менять, но еще как бы дополнительно, когда в отпуск едем, тоже меняю их. Себе после загара я взяла вот этот масло, Pflegeöl. Не знаю, хорошо, хорошее оно или нет, но мне понравилось, что оно тоже с блеском таким, да, немножко. Посмотрим. С всякими разными маслами. Я не знаю, здесь как-нибудь сейчас. Вот так. И с хорошим ароматом. Попробую. Ну, конечно, тоже, если что, буду пользоваться и вот этим. Ну, и это еще дополнительное взяла. Взяла разный фластер. Этот такой, как бы универсальный, да. Очень хорошо клеится. Потом взяла опять вот эти штериле Schöfwundenpflaster. Я вам всем рекомендую купить вот эти фластеры. Я вам как-то говорила, что я их увидела в одном видео и решила попробовать, и я их испробовала. Это просто гениально. Если у вас есть такие какие-нибудь прыщи, которые, знаете, такие подкожные, да, которые вообще-то сильно и не видно, но они такие болючие, да, можно сказать. Вот не все, конечно, уходят за ночь, но за 2-3 ночи вы больше от этого прыща ничего не останется. И вам не нужно там их ни ковырять, ничего, да, как иногда тоже получается. Думаете быстренько его выдавить, а там ничего не выдавливается. Вот на ночь я клею себе, если у меня вдруг какой-нибудь прыщик где-нибудь соскочил, на ночь клею себе вот этот фластер, и вы на следующее утро уже видите, как он все оттуда высосал, можно так сказать, да. Очень классно, мои мальчишки тоже теперь начали им пользоваться, если у них вдруг появляются прыщи. И особенно, я говорю, хорошо, вот, вот эти, которые подкожные, да, которые даже и не выдавите. Их очень хорошо. И, конечно, я думаю, что и, ну, думаю, это вообще-то для ран, да, ведь как бы сделано. Erfunden, vorgesehen, не знаю. И очень хорошо раны заживают. И ничего туда не попадает, ни грязь. Этот сам фластер, сейчас я открою одной рукой. Он без, как бы без тряпочки, да, как вот остальные пластеры, там же с марлей или с чем. А этот без ничего, он типа такой как бы гелевый, что ли. И очень хорошо держится. Вот. И я тоже еще думала, там же, вот когда мы последний раз ездили в Круацин, там очень много комаров было. И я думала, может быть, вдруг комар укусит, может быть, попробовать и это наклеить. Может быть, тоже хорошо и быстро заживет. Поэтому тоже решила их с собой в отпуск взять и купила еще одну пачку. У меня та почти что кончается. Вот, рекомендую. Попробуйте, посмотрите. Очень классно. Они еще тоже такие толстенькие, да, вот тут тоже, например, да, стоит, что они как бы немножко защищают рану тоже, потому что они такие мягкие, очень классные. Посмотрите, если у вас ДМ рядом есть, попробуйте. Потом взяла один раз вот такие. Это специальный как бы вода, ну, Wasserfest, да, что от воды они не отойдут, и вода туда не попадет. Здесь хотя тоже стоит Wasserfest, но они в дырочках, и я вот эти люблю брать один раз. Детям взяла один раз, нам. Здесь размеров 3 разных, а здесь всего 2. Здесь удобные размеры. Потом взяла себе вот такую масочку для лица. Как его, тухмаска. Ну, типа тряпочная, да? Но она не тряпочная, тканевая, по-моему, да, называется. Вот. С гиалуроном, каким-то маслом и кокосовой водой. Тоже, думаю, хорошо увлажняет после дня на море. Так, потом взяла вот эти Wasserspray. Ну, брызгать, да, освежительную воду вот такую. Один раз большую. А, смотрите, что здесь стоит. Это я даже не видела. Это даже можно свой макияж фиксировать этой водой. Угу.
Так что знайте. Взяла с собой одну такую большую и одну вот такую маленькую я увидела. Ее я себе в сумочку закину. Тоже вдруг будем где-нибудь стоять, там, как его, штау, да, в пробках или что-нибудь, чтобы у меня была с собой, немножко освежиться, если нам жарко будет. Ой. Потом взяла вот такой гель для бритья. Тоже новый какой-то. Это летняя эдиция какая-то. Душ взяла для нас тоже. Возьмем с собой после тоже загара, да, чтобы все вот это хорошо смыть, клёа, соленую воду от моря и зоненкрем. Тоже охлаждающий эффект. Будем им мыться. Так, и... А, нет, вот у меня еще что есть. И вот такие масочки я еще взяла тоже после загара для лица. Тоже с гиалуроном. И с алоэ верой. Тоже буду пользоваться в отпуске. Взяла себе тоже еще вот такой деодорант. Тоже сразу уберу. Со мной в отпуск поедет. Взяла тоже вот такой как бы кремовый, да. Он меньше места просто занимает. Я то таким пользуюсь, без разницы. Но этот просто сама баночка поменьше, меньше места забирает. И поэтому я себе вот этот взяла в дорогу с собой. И тоже купила вот такой шпрей от комаров и... Тропische Mücken, Tigermücken. Ну, короче, от каких-то всяких разных комаров. И от клещей тоже. Не знаю... помогает он вообще или нет, честно говоря. Я такой, у меня был такой шпрей, но как-то я ни разу не пользовалась. Ну, хотя детям дох. На детей я брызгала, если они со школы или с садиком, например, ходили гулять в лес, да, я им брызгала. Вот. И тоже возьмем с собой, чтобы вдруг там, правда, комаров много будет, будем брызгать, особенно детей. У меня еще тоже есть в розетку специальная втыкать такая против... комаров или против всех всяких таких летучих, которые так синим горит, да, куда они залетают и... Да, не знаю, что там с ними происходит. Ну, короче, такая у меня тоже есть, точно одна. Может быть, даже где-нибудь вторую найду. Если нет, может, докуплю. Если из вас кто-то ездит в Хорватию, я знаю, что одна подписчица точно. Но, может быть, еще кто-нибудь... Можете мне сказать, много там комаров? Вот когда мы 13 лет назад там были, там очень много комаров было у моей сестры. Она там тоже еще маленькая была, ей сколько было там? 11 лет, по-моему. И вот у нее еще тоже такая аллергическая реакция на это, и у нее такие большие, они так опухали, воспалялись эти укусы. И вот поэтому мне запомнилось, что там много комаров. Не знаю, как это сейчас. И можете мне написать, как вы с этим справляетесь, что бы вы мне порекомендовали бы обязательно с собой туда взять. Заезжала еще тоже в Нету, мимо проезжала, забежала, взяла фарш. Это нам сегодня на обед. Шпинат тоже. Это я сейчас буду готовить пасту такую, шпагетти в духовке. Сейчас вам тоже покажу рецепт, с вами поделюсь. Купила вот такой сыр, у нас закончился. Взяла вот этот Hirtenkäse, это тоже нам для рецепта понадобится. И шпагетти. Вот, потом взяла арбуз. Надеюсь, без косточек, стоит can, а посмотрим. 4 пачки молока взяла, детям айс-ти. Взяла вот такие ягодки, 3 упаковки. Вот эти 3 упаковки по акции были 5 евро за все 3 я отдала. И взяла мороженое, хотя у нас сегодня дождь, но на улице все равно душно, тепло, как бы, и детям немножко охладиться, и арбуз, конечно. Так, теперь буду промою быстренько пол и начну готовить обед. Этот рецепт готовится достаточно просто и быстро. Люблю такие рецепты, когда все в одном почти что можно приготовить. Я думаю, все мамочки знают,
когда нужно быстро после работы или если других много дел, быстро приготовить обед. Этот рецепт идеальный. Для этого я выкладываю примерно 400 граммов шпагетти. Здесь уже смотрите, как бы сколько вам нужно, да, количество. Это я на нашу семью просто так сделала. 400 граммов шпагетти. Добавляю замороженный шпинат. Я надеюсь, что на русском это тоже будет шпинат. Там тоже берете такое количество. Если у вас любят шпинат, можете побольше взять. Если нет, можете чуть-чуть или вообще без него. И затем добавляю вот этот Hirtenkäse, фета кейзе. Примерно 120 граммов. Заливаю это все литром воды. И еще одну баночку 200 миллилитров сливки. И отправляю это все в духовку на 200 градусов. Но не нижний верхний обогрев, а умлюфт. Я не знаю, как это на русском сказать. Попробую перевести. На 30 минут примерно. Вот и все. И ваша паста готовится. В это время я еще обжариваю немножко фарша с луком зеленым. И это потом в конец тоже добавлю к моим шпагетти. Очень гениальный рецепт, очень быстро. Можете разные варианты с ним попробовать. Можете взять моцарелла, базиликом и, например, сливки на томатный соус заменить, да, на пассированные томаты. Получится типа болоньезе тогда у вас, или можете это без мяса сделать, можете это также сделать с рыбой. Разные варианты есть, так что пробуйте, включайте свою фантазию и этот рецепт можете как бы для себя, под себя подстроить. И что позитивно в этом рецепте, это вот, конечно, что вы очень быстро его приготовите, и вам не нужно стоять долго на кухне у плите. У плиты, может быть, так правильно будет. А, и еще, конечно, мы очень любим цукини. Ну, дети, нельзя так сказать, что они очень ее любят, но они едят цукини. Я очень цукини люблю. И из-за этого я еще нарезала такие цукини нудлин, да, пасту из цукини. Люблю ее кушать сырую, там очень много витаминов А, В и также витамин С. Тоже много магния, по-моему, да, и железа. Так что очень полезна цукини, я люблю ее добавлять и в салаты, и вот в рецепты, если это позволяет. А в сыром виде, конечно, больше витаминов остается. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Я на этом месте с вами попрощаюсь. Всем пока и до свидания в следующем видео.